солнце. Вы, белки, орешки-то любите, нет? А мы, говорит, подумаем еще, говорит. Солнце. Иди сюда, иди сюда. Ладно. Иди сюда, солнце. Иди сюда, орешки, смотри. Надо этой орешки дать, положить на рюкзак, а то и в баночку положить. Иди сюда. Я к тому, что это белки, которые на рюкзак залазят, их по пальцам пересчитать можно. А вот это залазит. Тут ворон много. Иди сюда. Иди сюда, солнце. Иду сюда. Солнце. Ух, да ладно. И гладиться даешь? Ну надо же. Ну да, испугалась. Ну тут собака вон. Откуда столько собак? Я сегодня уже штук 10, наверное, собак этих видел. Это за 20 минут. Солнце, ну-ка, ты будешь? А я говорю, буду, да. Подожди, надо почистить здесь. Сюда собака идет, да, куда еще идти-то? Иди сюда. Ох, какая. Какая белочка, а? Ну, ладошку я, говорит, села. Солнце. Ухи твои. Какая хорошенькая. О, белки в снегу бегают. Надо же. Кого она там боится? Ты кого боишься-то? Давай, насыплю сюда, слышь? Боятся, да. Солнце. А это что за белка? Это вчерашняя, которая. Ну надо же. Ухи у ней. Ну молодец, белка, а что я могу сказать? Не, я к тому, что она вчера пришла. Место разведала. Я, по-моему, первый раз ее видел вчера. И вот она уже постоянно ходит сюда. Молодец. Ухи, твои ухи, ухи. Орешки лежат, да. Еще одна. Молодая и неопытная. Солнце, а где-то с ухами. Надо сюда положить, что ли? А мне говорят, почему я не сделаю реечку здесь, чтобы не скатывалось. Так вместе с орехами не скатываться и снег будет, и дождь будет задерживаться здесь. Чуть-чуть, но крышка будет успевать промокать. Затекать под крышку будут.
не вариант, короче, здесь не надо делать. Здесь не просто так сделано, что нету бортиков. Не должно здесь ничего задерживаться, и никто не должен на крышке кормить белок. Это я кормлю просто. На самом деле крышку надо поднимать просто и там залазить. Она полная у меня, полная вообще. Ну-ка, подожди-ка. Орешки они все взяли. Грецкие. Я уходил, положил там чищенные грецкие орехи. Да, солнце? А ты гладиться даешь, нет? А я, говорит, даю, говорит. Она так стоит не просто так. Я понял, почему они так стоят. Крышка скользит это. И она ногой упирается одной, чтобы не скользить. И это не одна белка такая. Они все, по-моему, так садятся. Быстро поняли, как не скользить по крышке этой. Молодец. Та белочка трусливая. Ну-ка, солнце. Возьму, говорит, орешек. Злодейка какая, а? На, я тебе еще положу. Орешков. А это тоже ест. Да ладно. Это та, которая сухая. А где другая? А где другая? Слышишь? Какая-то. Мне такое ощущение, будто собачники специально подгадывают время, когда белки орешки прибегают есть. Раньше такого не было. Ну все, белочка ест, молодец. Ножкой упирается. Молодец какая. Все.